Готовимся к Пасхе. Лишнее что-то тут мешать будет на столах, потому что здесь будет трапеза. И вот сейчас будут убирать. Слава Христу! Сегодня у нас 23 апреля 2022 года. Вот. О, я сюда приду. Так, вот одна. Давай сюда, пошли. Сейчас на себя смотрим. Любовь Николаевна решила тут все сделать. Тут еще одна. Убрать Володину тут брошюры очень хорошие, ценные. Ну, главное, часы-то, смотри, никого нету, они идут. 7 часов 15 минут, и, похоже, точно идут. Стрелка бежит. Не видал. Тут у них распятие есть. Вот обиходили как. Вот две коробки мы их и сложим. Да, это много, по-моему, поменьше можно. Там много книг. В одну коробочку сложишь все. Видишь, как столы приготавливаются. На низ сложи всякие журналы, там что есть, собери. Потом вытащить. А это по отдельно сверху. Сначала тот край забери все. Слева забери все там журналы. Они там путаться будут. Вот, видите, так, дай-ка икону одну. Принесли. Вот эту я заберу. Это моя. Это она принесла моя была. Татьяна Александровна. Так. Татьяна Александровна принесла. А? Татьяна Александровна принесла. Давай-ка сюда. Татьяна Александровна. Татьяна Александровна. Это какая? Кто такая? А которая вам все время журналы хорошие приносит. Я не понимаю, Татьяна-то Александровна какая? Швея. Наша швея. Ну поверни сюда, скажи что. Какая Татьяна? Швея наша. Не пойму. Фамилию? Ну, она кто? Член общины? Член общины, конечно. Кто же она? Татьяна. А какая она? Нате, забирайте еще. Дай-ка иконы. Иконы все я забираю. Так, еще там иконы есть? Нет. У меня просят тут, я им сразу вот отдам. Это уже журналы пошли. А ну, журналы можно тут взять. Давай, которые журналы я заберу. А тут с остальное все складывай. Только вниз сложи то, что... Так, это что такое вот это? Неупиваемая чаша акафист. Акафисты? Да. Ну, не надо это. Это вам не надо. Вот это я все возьму. Это я заберу. Это так. Тогда это убери в сторонку, потом отдельно положишь, куда надо. Так, я Новый Завет. Бог. Дай. Яко с нами Бог. Вот так. Ну давай, складывай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать две примерно. Разные брошюрки. Это Володя, все его труды. А Новый Завет здесь что? Новый Завет без псалтыри. Ну да. Все, складывай потом. Так, так одну так положи, другую поперек пойдет, нет? Они вот так будут лежать. Не войдет, да? Ходит. Вот так и клади. Ходят, и они так. Одну так ложи, а потом вот так разворачивай, чтобы легче разбирать да. было. Поворачивай. Вот так. Во. О, да коробка прям под нее. Ну это же из-за. Посмотри, вот. Это одно и то же. Ты две-то сложила вместе, это же разное. Ну мы их разберем, это очень просто. Тут ну не, давай договоримся. Благовестие. Так, теперь вопросы и ответы вот так. Теперь нам после выбирать надо будет. Нет. Прошло. Ну да. Ну слава Богу. Ну, Володя сколько написал. Так, переворачивай, то, чтобы легко потом было брать. Только корешком туда-то. Вот так.
Татьяна Александровна Цингаева позаботилась и свои книги разбирает, которые... Ну давай, сейчас это складывай, тогда посмотрим, что там сверху, может, Евангелие положить. Это туда же положить, мне это не надо. Хорошо. О! Это, видишь, у нас тут все это снималось уже. Ой-ой-ой. Сколько богатства. Тут еще книги. 38 книг лежит. Маленько открою край. Вот оно что, сокровище. Симфония, песня православия. И на том конце трехтомник. О нем молятся сейчас все, чтобы... Вот оно лежит, остаток. Еще есть несколько, второй выпуск, второе издание. А будет третье, если будет. Сцены-то, извините, или не подойдешь. Вот у нас как тут устроено все. Ой. Все, порядок.